Мне единственное, что если что-то послушать, конечно, то везде любой натюрморт, если его так можно назвать, выполнен как бы в одной технике. Хотя фактура везде воспроизведена. Что вода в такой технике, что чешуя на рыбе, что зернышки гранаты. Вот эта дробность, она хороша, конечно, это видишь все. Но я старалась наоборот сделать похожими друг на друга, чтобы они не разнились между собой. Но они не разнятся. Вот в этом смысле это хорошо. Но все равно то, о чем я сказал, нужно это стойко обратить. Хотя мазки импрессионистов, допустим, они что природу изображали, которые растения, что вода там одинаковая. Поэтому на это особо обращать внимание. Но мне как-то немножко бросилось. Везде все серебристо. Вот это стиль, это я задаю вопрос. Вот это желание быть серебристым. Везде? Люблю. Ну вот, нет, это мне нравится очень. И